Всем привет, с вами Шубэк, вы на канале Ушмыги, и сегодня поиграем опять же в игру под названием Inmost. Это третья часть прохождения, и мы с вами остановились где-то здесь. Опять будем путешествовать по миру, так сказать, темному миру, и будем приносить какой-то свет. Нам нужно с вами... Так, открываем. Лисичка. Использую... А, подожди! А, лампочка... Мы сейчас пойдем, там пауки нам, насколько я помню. Лампочка не бьется никак? А, бьется, смотри-ка. Что там будет? Не будет? Ладно. Так, спускаемся вниз. Подземелье тут какое-то ужасное, да? Ой-ой-ой, а, это паутина у нас. Воу-воу-воу-воу-воу! Это паук его, и... Не надо. Не надо нас. А, нам нужно вытащить... Я понял, нам нужно вытащить гвоздь. Блин, а он меня будет кусать или нет? Как-то собака-тварь. Будет, смотри-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Иди нахер. Блин. Ну, он, короче, типа кусает, но не очень больно, да? Так, теперь взять. Ага. Положить, так. Что это такое-то? Это просто типа лампочка, свет. Пошел нахер. Там еще один сверху, да? А, на е-е-е-е. Ай! Ай-яй-яй! Отстаньте! Отстаньте, говорю! Ух ты, ёптель-моптель! Он кусается или не... А, я туда не могу пройти. Отстаньте. Отстаньте, говорю. Так, уходим вниз. Уходим вниз. А, е-е-е-е нажимаем. Он прорывает. Так, вниз уходим. Вниз уходим. И опять вниз уходим. Тут что у нас? Так, стоп. Подожди, мы тут еще не все исследовали. Так, по идее нам нужно как бы туда как-то прорваться. Подожди, а тут что у нас? Опа. Это что такое было? Мы кого-то убили или нет? Воу-воу-воу-воу-воу. А, это говнище. Ух ты, собака-тварь. Подожди, взять. Взять, подожди, взять. А, мне нужно успеть, что ли, или что? Так, подожди, не понял. О! 25-й. А, подожди. Мне нужно вот эту штуку. О, он встал на эту штуку. Стой, падла. Он должен, короче, типа ко мне подойти. Точнее, он должен наступить на эту штуку, да? Правильно я понимаю или нет? Ну, брателло, смотри, иди сюда немножко. Ага. Отлично. Что это такое?
Я не знаю, что это такое. Как отсюда теперь выбраться? За это никак не зацепиться, туда никак не подняться, да? А, я знаю, как я сделаю. Нет, не так, вот так. Иди сюда вначале, подожди. Так, с этим разобрались, окей. Опа, еще одно колечко. Точнее, не колечко, а... Звездочка одна еще небольшая. Опа. Еще одни будут, другой сейчас какая-то история новая, да? А, мы за рыцаря играем. Никто не знал, куда пропадают люди из земель этих. Блин. Ой-ой-ой-ой. Так, где я могу зацепиться? Ага. Блин, он же меня ударит. Но тайна цветов души жила в людях и растила их чистые сердца. Хорош. Так. Подожди, я наверх не могу подняться пока, да? Пока не могу. Так, тогда вниз убираем этого чолика, да? Так, почему тут все горит? Потому что светом, типа, да? И перестали они чувствовать боль в свете цветка своего, а хранитель переставал их видеть, как видел каждого в землях своих. Ай! Больно, собака, тварь. Так, а что дальше? А, я понял. Я не понимаю, куда дальше идти. Нет, не то. Так, с этим разобрались или нет?
Так, 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 оп. Ай! Хорош орать! В другую сторону! Блин. Но никогда не вырастет цветка своего тем, кто служит хранителю. И ничто не в силах избавить их от боли, ведь черны их сердца. Рыцарь никогда не смог бы вырастить свой цветок, он украл чужой. Но цветок никогда не примет его. Это неправильно. Рыцарь всегда будет проклят за это. Всегда. Да, рыцаря мы поняли. Так. Что закрыть? А, кран за... Ой. А, все, вижу, что закрыть. Так, теперь мы можем как бы туда пройти, да? А, подожди, может тут нужно попрыгать, тоже будет какой-нибудь... О, да. Так, 27, нам не нужно еще 3, мне будет рассказана история какая-то интересная. Или нет? Это ножик? Это ножик. Отлично, мы тогда и тот ключик сможем вытащить, правильно я понимаю? А, нет, это не ключик, это еще один этот. О. Какая-то смятая бумажка, там какой-то рисунок и что-то написано. Так, 28, две штучки осталось найти. Может тут еще где-нибудь попрыгать? Нет, никто мне ничего не это самое. Так, окей. Лисенок какой-то, да? Это лис? Или кто это? Разбить? Открыть? А, еще один. 29. Так, мне нужен еще один. И мы, может быть, сможем по... Так, тут колья, типа, да? Опа, лисенок. Он откроет сейчас какой-то этот...
Он в другую сторону убежал, так. Я тоже тут не могу ничего сделать. Так. Опа, ёптель! Не-не-не-не-не-не-не! Алло, хорош так быстро бегать. Не надо. А, лисенок его это. А, все, понял. Так, тридцатку нашли. Все, мы убили его. Отлично. И что? Я не могу открыть это, да? Почему? Короче, пока не знаю почему. Слезай. Я говорю, слезай. Здорово, ты кто? А, на части раскололся, типа, его сердце или что? Опять новая какая-то история, да, будет что-то? Ой-ой-ой! Блин. Косяк. Опять за рыцаря, значит, нам предстоит играть. В принципе, нормально. Так, подожди, а куда дальше? А, вижу. Да нет, я уже второй раз умер. Боже, это ужасно. Там одна крыса какая-то, да? Да блин! Короче, надо, подожди, надо стоять, вначале крысу убить. А, я ее же убил, да? А, не убил. Да блин, крыса, скотина, тварь. Твою мать! А чё так быстро-то? Ну блин, это тяжело. Ах ты собака! Ой-ой-ой-ой!
Ну это Спайдермен, типа рыцарь Спайдермен такой нормальный, да? Так, что тут? Ого, а чё он такой здоровый? А, он что-то просит. Типа свет ему отдавать. Что-то я недопонял немного. Мы отдали. Это типа цветок, который он хотел украсть, правильно? А без этой штуки. Ему все равно как бы не дается этот цветок. Или дается. Короче, пока ничего не понятно. Или понятно. Кому что понятно, скажите. Это что такое? Ну, это девочка, я вижу. Мы не ходим. Мы пока просто типа музыку. Один. Два. Три. Теперь 5, 6, 8, 9, 10. Я иду искать. В прятки играем, понял. А это же, по-моему, в начале такое было, нет? Отсюда видно реку. Так. Нам, наверное, потом понадобится это самое. А, подожди, вернись. Нельзя вернуться? Блин. Старинный проигрыватель. Удивительно, что он еще работает. Так, мама приготовила типа пирог. Опять нет. А, мы в прятки же играем, точно. Нашла! А, пёсель, которого тогда это самое, да? Угу. Кто не спрятался, я не виновата. Подожди, я могу за... А, вот сюда могу забраться? Так, могу. А что в этом... Какой в этом толк? Опять нет. Thank you.
Так, значит, нам нужно наверх, наверное, подняться, правильно? А, говорить, давай. А, с ней не говорят. Где же ты спрятался? И правда, где? Так, надо искать пёселя, да? А, нам открылась дверь. Тиканье часов слышно даже через стену. А, не дотянуться, окей. Не ссы, сейчас дотянемся. Не понял. А, мы включили уже? Закрыто. Осмотреть. А, пианино. Я никогда не слышала, чтобы кто-то играл на нем. Закрыто. Так а где песель это искать? А, включить. Давай попробуем. А, я знаю, нам нужно вот в эту дырку попасть. Все, я понял. А, нет. Вон он наверху сидит. Алло. Да что ты делаешь? Ну, зайти внутрь. О, ты что, не страшное будет, нет? Хотя вот эта серия с девочкой вроде никаких этих страшилок вроде никаких не было. Но за нами никто не гнался, ничего такого не было вроде никак. Вот ты где, малыш. Теперь я прячусь. Теперь я прячусь? Серьезно? Ага! Ты нашел меня слишком быстро. Ты ведь подсматривал, правда? Я не смогу вовремя зажмуриться. Я пытался, но у меня пуговицы вместо глаз. Давай еще раз. Кто не спрятался, я не виновата. В смысле, а почему я-то... А почему я-то опять ищу? Может быть, на чердаке, но как спустить лестницу? И правда, как спустить лестницу? Нам нужен стул. Шахматный столик вместо некоторых фигур пуговицы. В банках что-то плавает. Я не могу, типа, ничего... Не могу туда, да? То есть я не могу ее за это... То есть мне нужен еще один либо стул, либо еще одна такая табуретка, правильно? Ага. Так, а где я еще могу взять стул или табуретку?
Нет, я не могу выйти с локации с этой штукой. Стой, нет, не выйти. Подожди, зайди, пожалуйста. Там что-то... Там, по-моему, можно туда залезть, по-моему, нет? Ну что ты врешь? Ты же можешь залезть. Там нарисовано, что ты можешь залезть. Ну ладно, не можешь, так не можешь. Окей, ладно. Так, выходим тогда отсюда. Так, а подожди, а как мне тогда? А я же не подниму стул наверх, правильно? Или неправильно? Опять нет. Зонтик, ручкой можно что-то зацепить. А, вот. Понятно. А, ну я и понял. Да, давай, давай, иди сюда. Сперла такая зонтик. И бежит довольная. На чердак лезть. А на чердаке страшно, может Так, попадали с вами на чердак. Ух, тут очень страшненько. Что включить? А, светильник. Как ты залез сюда? Ты сама принесла меня, помнишь? Я же не могу ходить. Мои ноги сломаны и кровоточат. Кости торчат в нескольких местах. Моя жизнь — это сплошная боль и агония. Шучу, я же игрушка, игрушки не умеют ходить. Ты странный. Так думаешь, что за этой дверью? Ночью я слышала шум на чердаке. Я слышу крики. Они держат их там. Кого? Детей, которых похищают. Ох, мамочки, мы должны их освободить. Как можно быть такими бессердечными, чтобы держать детей на чердаке? И они держат в пустой комнате с оборванными обоями. Большое достижение, я считаю. Ты можешь гордиться собой. Это все он злой. Я снова слышал ночью, как она плачет. Он обижает ее. Он заставляет ее делать ужасные вещи, поэтому она всегда плачет. У него черное сердце. Мы спасем детей, и тогда она тоже поймет, что может сбежать от него. Но дверь заперта, нам нужен ключ. Ключи всегда прячут в пазах с конфетами. Когда ты находишь такой ключ, ты можешь взять и конфеты. И даже если не находишь. Особенно если не находишь. Она сейчас печет печенье. Я больше люблю печенье, чем конфеты. Старые поцарапанные ящики. Так, значит, нам нужно найти ключ теперь, правильно? Это царапина от когтей, что пыталась выбраться наружу. Просто эта царапина не должна быть внутри ящика. Значит, что-то пыталась пробраться внутрь. Газетные вырезки о каком-то пожаре. А, да, видимо, это такой тот же пожар, что и этот самый, да? Что там рыцарь, короче, типа... Угу. Закрыто. Ваза с... Печенье на верхней полке. Как жестоко с ее стороны. Притащи стул из прихожей. Из прихожей? Это прихожая? Типа? Наверное. Ой.
Короче, какая-то очень запутанная история, очень. Это, оказывается, не отец, типа, с матерью, а какие-то похитители чего-то или кого-то. О, кто наверху? Маленький какой-то парень. Я тут ничего не могу разломать. 31 штучка. Вот это могу разломать. Ой. Так, там ключик мы, это самое, внизу, но пока подождите. Ой. А вот и лисица опять. Ага, эта хрень меня убьет, если что. Так, подожди, лисица, подожди пока. Это кто? Это орущий, да? Черт. Слышь, птица оценит меня? Так, что тут? А, тихо, стой! Это звук какой-то, это где-то кристаллик или нет? Ну, ладно, может быть и нет. Так, а мне сюда не пробраться. Почему? Нужно что-то нажать или нет? Ну да. Надо нажать, выдвинется одна эта штучка, и мы... алло. И мы сможем туда попасть. Так. О. О, еще один. Так, 35 уже, отлично. Так, а тут нет нигде? Ага, тут какой-то парень. А, ну вот это тот и был парень. Так, а, это с... Это, ой, ё-моё. Рисунок еще. А, от меня ко мне. Да ё-моё, и наверх запрыгни, пожалуйста, спасибо. Да блин! Я думал, что... Опа, черное сердце. Оно становится таким, когда боль касается его. Твое еще не почернело, но скоро, очень скоро. Боль забирает силы, но может и дать их. Только тебе решать, как ты воспользуешься ей. Что плохого, если твое сердце черно? Ты можешь больше не думать за других. Это открывать новые пути, знаешь ли. Ты скоро поймешь. Ведьма заберет у тебя самое дорогое. Но пока ты можешь взять мое сердце. Оно мне больше не нужно. Иди, вернись к этому идиоту, пусть он починит свой лифт. Вспомни, как легко сломалась твоя жизнь и жизни тех, кто тебе дорог. Один маленький шажок и пуф, трех жизней нет. В смысле, не надо, зачем? Я не делал шаг. Или что, или мне надо взять, или нет? Я что-то не понимаю. Ну, короче, я что-то не понял, нифига. Ну ладно, так. Погнали.
сюда мы не можем погнать, тогда погнали сюда. Наверх надо? А как я идти наверх? Подожди. Не понял. А, понял. Короче, я не знаю, что там такое зажигается. Я взял его черное сердце, потому что ему типа не нужно. А мне нужно теперь сюда. Она открыла леса от... Ой. Лиса открыла, мне кажется, вот здесь проходку. Хотя я могу ошибаться, но мне кажется, что открыла. Нет, не открыла, собака-тварь. Как так? А что делать тогда? Как быть? О. Так. А, может быть... Не, не знаю. Обратно возвращаться, лифт чинить? Да ладно, серьезно? Это очень далеко. Она даже не открыла мне эту хрень? Я могу... А, открыть, во. А, все, понял. Так. Идем... Ой-ой-ой-ой! А подожди, а что с пауком случилось? Еще раз били, нашли еще один этот. А вон там еще один, по-моему. Я же мог... у меня же черное сердце есть с собой. Почему оно не работает на этих пауков? Что за бред? Так, ну ладно, мы 37 нашли. Сейчас можем послушать, в принципе, историю. Пока лифт не будем чинить, пойдем послушаем историю. Что, ты мне дашь еще один этот, нет? Нет, не даст. Ладно, так. Спрыгивай, я говорю. Спрыгивай. Да ё-моё, спрыгиваем. Экс. А где эта бабка-то была? Я уже забыл. А, вот здесь. А-а-а, человек. Ты не первый чужой в этом мире. Рыцарь, я знаю, ты видишь его. Видишь, что он делал? Он не был рожден здесь, как и ты. Это не его земли и не его замок. Но замок поглотил его душу, как и души многих. Как и тебя он проглотит однажды. Но он не перестал бороться. Его сердце стало черным, и он стал служить и хранителем искры. Но желание его осталось неизменным. И в огне он обрел путь к нему. Ах, буря приближается, человек. Ах, принеси больше новой боли. 40 теперь, да слышишь, ты достала. Ты мне ничего не рассказала. То, что рыцарь плохой человек, мы уже поняли. Итак. О, еще одну нашли, нормально. И? 38. А, слушай, может тут еще какие-нибудь есть штучки? Штучки-дрючки. Не, нету больше ничего. Ай! Косяк. Я думал, я допрыгну или не допрыгну, не знаю. Так, погнали, короче, ладно. Нам что нужно-то? Нам нужно починить лифт. Чтобы починить лифт, нам нужно куда? Нам нужно вот туда.
генератору, да, и туда направо уйдем и починим лифт. 38, блин, еще две штучки где-то нужно достать. Ладно, вернулся, принес паутину. А как ты справился с волками? Да, да, это все потом. Очисти лифт, а я починю веревку. Ну, начинается. Починил, называется, говорит. Узелок завязал. Готов, можно отправляться. Отправляемся тогда. Возвращаюсь и расскажу, что ты видел. Да, хорошо. Постараюсь. Что я могу активировать? Нет, не могу. Что-то нужно. Это куда-то дорога в замок, может быть, или куда-то. Не знаю. Ну, я понял, понял. Опа, ничего себе. Дурак, что ли? Ну, я так и думал, что это дорога в замок. Но я хотел там еще посидеть. И тогда ты сел в машину и поехал на работу. Но я не умею водить и работать. Я тебя научу. Нужно просто тянуть за веревочку или толкать машинку. А работать как? Ну, ты просто уходишь из дома, а вечер возвращаешься злой и уставший. Если ты должен толкать свою машину до работы, то понятно, почему возвращаешься злой. Можно я никогда не буду работать? А, на веревке. Берем у меня. Не толкай слишком сильно, я не хочу подкатываться к ней. Не наш! Ты глупый! Она не должна нас услышать. Плод, пья яйца, бурбон! Нет! Ну тогда Вавнау Вял умер, все вокруг залито водой. Так, мы типа спрятались за диван, и дальше что? Я чуть не умер. Правда страшно? Почему она всегда сердится? Они все время ругаются, я слышу через стену. Он покупает мне подарки, но я никогда не беру их. Машинку тоже он подарил? Я нашла ее в саду. Она была под кучей сухих листьев. Я не знаю, чья она. Это пугает. Мы можем заняться чем-то менее стрессовым. Комната изменилась. Она стала менее тюрьмой. Но ему меня не подкупить. Вам долить чаю, господин кролик? Ах, прошу вас, сделайте милость. А это кролик, а не собак? Я думал, собак. Ну ладно, ничего страшного, да? Да. Да чего ваш чай сегодня хорош? В чем ваш секрет, мисс Элизабет? Что вы, никакого секрета. Я добавила в чай немножко любви. А еще вчера в чайник заползла гусеница. Думаю, она все еще там. Как изысканно. А я слыхал о лучших домах Лондона. Ложек нет.
лучших домах Лондона нет ложек? У нас нет ложек. Как мы будем есть торт без ложек? Ну, мы ведь можем просто руками. Руками? Позвольте, мисс. Мы же не какое-то отребье. Уж не знаю, как вы, но... О, на чердаке что-то зашумело, да? Я слышал, на чердаке опять что-то упало. Так, и чего? А, мы на чердак типа идем? Ну, это, короче, не открывается штука, да, как... самая. Так. А, нам нужно же ключ найти, я и забыл уже. Так, а включить можно свет? Так. А, смотри, тут какие-то... подожди. А почему ты туда не можешь залезть? Алло. Мисс Элизабет. Элизабет. А, о. Коробку не будем брать? Не будем, наверное, да? А, значит, нам нужно не сюда. Если ты отсюда упадешь, то можешь сломать ноги или шею. Тогда ты больше не сможешь ходить. Знаешь, я ведь тоже не могу ходить. Мы будем очень похожи. Правда, было бы здорово? Так, подожди, тогда мы вот до сюда тогда... А, мы туда не запрыгнем, получается. Запрыгнем. Нет, не запрыгнем. Не запрыгнем. Так, что ж тогда нужно делать? Пам-пам-пам. А вот тут коробку-то нельзя было взять с собой? Что-то я не проверил эту штуку. Ну ладно. Так, нам нужно на ключ-ка. Да, ключ, типа, найти в вазе. Старинный проигрыватель. Я хочу услышать, как они кричат. Он там говорил, что там гномики играют музыку, короче. Так. Я что-то не понял. Эта дверь всегда закрыта. Давай ее подожжем. Ну, не так. Никогда. Прости меня. Я не знаю ни одного номера. Я знаю. Я отлично знаю номер 3 и номер 6. Я знал одну девочку, она знала даже номер 415, но не успела ему меня научить. Так, подождите, что-то я запуталась. Так, мать, не шуми. Куда мы можем выйти? А тут что? Тут закрыт, ну понятно. И чё? Зачем это сюда сделано? Все не просто так, наверное, не знаю. Так, пойдем тогда наверх поднимемся. Да надоело там все стругать, что ты там все стругаешь? А тут что у нас? А, тут у нас этот. Ну я туда не могу забраться, я понял. Так, подожди. Это типа гардеробная, наверное, да, называется? Какая моя миссия? Я что-то не понял, я запуталась. Наверное, скорее всего, надо на чердаке взять ту коробку, короче. Я, наверное, протупил, да? Как обычно.
Но она почему-то не бралась, я не знаю почему. Я сказал бросить. Почему коробку? А, можно, ё-моё. Ай! Да ё-моё, что за бред? Да нет! А, да. Так. О, так. Активировать. А, мы можем выше подняться. Все ясненько. А зачем нам еще выше? Непонятно, короче, пока. Да-да, видите, ребят, я протупил тут, как бы, ну... Не сразу я это самое догнал, что надо делать. Посмотрите. Просто куча тряпок. Она движется? Нет. Все мы находимся на планете, которая несет сквозь вселенную непостижимую скорость в безжим танце галактик. Технически я прав. Она движется. Вот оно что. За дверью что-то еще, да? Это было, если честно, страшно. Очень. Чай стынет, типа. А, мы под столом. Ох, я так перепугалась. Там точно кто-то заперт. Я думал, ты пошутил про детей. Я не думаю, что видел в доме детей, кроме тебя. Я не помню, но... Там точно кто-то есть. Нет, это может быть ветер. Окно открылось, и что-то упало. Но... Точно-точно, я однажды видел, как ветер уронил целый дом. Он был картонный, но тем не менее... Карточный, точнее. Я не думаю, что... Торт! Наш воображаемый торт засохнет, если мы его не съедим прямо сейчас. Знаешь, как трудно испечь воображаемый торт? Знаешь, сколько сил я на это потратил? Сначала тебе нужно придумать воображаемую муку, потом воображаемые яйца. А откуда возьмутся воображаемые яйца, если у тебя нет воображаемой курицы? А ты знаешь, откуда берутся курицы? Не из яиц. Но где взять воображаемые яйца, когда нет воображаемой курицы? У меня чуть голова не подзиралась. Но вот он здесь. Торт. Во всем воображаемом великолепии. И у нас все еще нет ложек для торта. Я возьму их на кухне. Она готовит праздничный обед. Ложки должны быть на столе. Так, нам нужно взять ложки, да, и... Прекрати! Прекрати! Почему ты не можешь просто исчезнуть? Почему ты здесь? Исчезни! Исчезни, тварь!
Нет! Нет! Так, она кинула игрушку и это самое. Да, и пошло сохранение. Мы опять, значит, за мужичка будем играть этого, да? Ребят, на этом серию я закончу данную. Уже скоро будет финал. Да, наверное, следующая будет уже финальная. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем счастливо, всем пока. С вами был Шмыга.